В macOS есть встроенный поиск по всему содержимому компьютера, который называется Spotlight. И сегодня я покажу, как его отличить. Для этого вызываем Launchpad, находим системные настройки. Тут вкладка Spotlight. И просто снимаем поочередно галочки со всех папок, файлов, документов, таблиц и всех остальных пунктов. Зачем его вообще отключать? Это нужно в тех случаях, когда ресурсов компьютера жалко или недостаточно на обслуживание еще и индексирующей системы поиска. И затем, когда мы убрали все галочки, нужно добавить наш основной жесткий диск. Macintosh HD. В исключение безопасности. Да. Все, теперь Spotlight отключен.